Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Современные родители». Здесь мы делимся с вами лучшими интересными новинками из самых разных категорий товаров. Домашняя техника и электроника, средства для ухода за детьми, игрушки, посуда и многое другое. Поэтому сразу же рекомендую подписаться на наш канал. С нами интересно! А после подписки нажмите на колокольчик, он не даст пропустить новые ролики. В этом выпуске я собрала несколько лучших моделей детских смарт-часов. Детские умные часы – это не только способ показать всем свою взрослость, но и помощник безопасности для ребенка. Да и вообще, часы на руке – это просто красиво. В процессе просмотра вам может приглянуться та или иная модель часов. Чтобы узнать о ней побольше, например, характеристики или цену, спуститесь в описании к видео. Там я соберу все необходимые ссылки. Поддержать наш канал можно с помощью лайка или комментария. А я пока начну. Одна из самых простых и доступных моделей – Geozone Classic. Часики выглядят скромно, но по-свежему. Имеется два вида раскраски – розовый и голубой. Часы довольно крупные для детской руки, но это сделано в угоду экрану на 1,44 дюйма с разрешением 128 на 128. Материал корпуса – пластик, а ремешка – биологически чистый силикон. Внутри установлен компактный и экономичный, но довольно старенький процессор MT6261D. Собственной памяти припасено, как и оперативной, 32 мегабайта. Для задач этих смарт-часов такого объема вполне достаточно. Батарея приличная, учитывая не самые прожорливые потребители – 400 мАч. Как заявляет производитель, такого запаса энергии должно хватать на 4 дня в режиме ожидания. Из функционала можно отметить базовые возможности классических умных часов – отображение даты и времени, календарь и будильник. Встроенный слот для сим-карты открывает возможности приема и осуществления звонков. Но так как часы детские, нужно настроить список разрешенных номеров, на которые ребенок будет звонить. Есть и функция SOS, которая поможет призвать родителей на помощь. Кроме того, связь помогает осуществить так называемый аудиомониторинг – прослушивание пространства вокруг ребенка. Часы совместимы со смартфонами двух самых популярных платформ – iOS и Android. Надо отметить, что Huawei Watch Kids 4 Pro не самые простые часы. И функционально, и технически нафаршированы неплохо. Помимо стандартного состава возможностей, отображение времени, будильник и календарь, в часах установлена камера разрешением 5 мегапикселей. Она служит для осуществления видеозвонков, ну или просто, чтобы сделать снимок. Для поддержания стабильности связи установлен слот для сим-карт с поддержкой 4G. Кроме того, можно позвонить голосом или SMS. Интересно, что в такое компактное устройство разработчики смогли установить датчик GPS, способный определить координаты и мониторить перемещение ребенка. С помощью приложения для часов можно обозначить зону безопасности на карте. А затем при пересечении часами заданного периметра будет отправлено сообщение на устройство родителя. Еще одна интересная особенность. Часы можно погружать под воду на глубину до 50 метров. Кроме того, с помощью часов можно мониторить режим тренировок ребенка как в плавании, так и на суше. Аккумуляторная батарея обладает емкостью в 800 мАч. Этого заряда должно хватить на весь день. Дисплей типа AMOLED размером в 1,41 дюйма с разрешением 320 на 360. Достаточно доступная модель умных часов ProLike PLSW12, но при этом функциональная. В первую очередь интересна функция звонка, которая реализуется с помощью встроенного слота для сим-карты. Правда, стоит учесть, что диапазон только 2G. Внешне часики выглядят стильно и молодежно. Корпус пластиковый, а ремешок традиционно силиконовый. Размером часы небольшие, с диагональю экрана в 1,44 дюйма. Из датчиков есть акселерометр. Также доступен GPS, поэтому всегда можно оперативно мониторить перемещение своего ребенка. А собственная сим-карта даст возможность совершить экстренный звонок или отправить сигнал SOS в случае опасности. Ну и помимо уникального функционала есть
есть базовый, типичный для любых умных часов. Будильник, отображение времени, календарь. Встроенная камера позволит ребенку запечатлеть заинтересовавшие его места или события. Аккумулятор у часов на 480 мАч. Производитель утверждает, что такого объема заряда достаточно для работы в режиме ожидания до 30 часов. Часы прекрасно подойдут в качестве подарка. Как следует из названия, эти смарт-часы стилизованы под детский мультик «Ну, погоди». Этот стиль пронизывает как функциональную часть, так и внешний дизайн. Так как часы детские, то преобладают красочные и яркие цвета. Интерфейс устройства разработан максимально простым и интуитивно понятным, чтобы ребенок мог быстро разобраться с ключевыми возможностями и функциями. Часы обладают функцией звонка, поэтому связь с ребенком будет всегда. Но стоит учесть, что стандарт связи здесь поддерживается только 2G. Кроме связи есть Bluetooth, GPS, GLONASS. То есть часы умеют ориентироваться в пространстве и сообщать, где в данный момент находится ребенок. С помощью функции аудиомониторинга родители могут убедиться в том, что окружение не угрожает безопасности ребенка. А в случае опасности можно отправить экстренный сигнал SOS. Стоит также отметить, что в местах с нестабильным GPS-сигналом устройство может перейти в режим определения координат LBS, когда местоположение определяется с помощью сотовых вышек. Модель среднего ценового сегмента Smart Baby Watch KT15, поэтому обладает довольно широким функционалом и непростыми техническими характеристиками. Дисплей имеет диагональ 1,4 дюйма при разрешении в 240 на 240. Встроенной памяти разработчики приготовили 4 гигабайта, а оперативной – 2. Вкупе с неплохим для компактного устройства процессором Spreadtrum 9820i система отлично справляется с любыми вычислительными задачами. Кстати, в качестве операционной системы используется Android 6.0. Для осуществления голосовых и видеозвонков предусмотрен слот для сим-карты. Поддерживаются режимы вплоть до 4G. Кроме стандартной сотовой связи, есть Bluetooth и даже Wi-Fi. Для определения местоположения используется модуль GPS, а при плохом сигнале – LBS. Камера для такого компактного устройства относительно неплоха и имеет разрешение в 2 мегапикселя. Из функций также можно выделить определение и мониторинг безопасного периметра, экстренный вызов SOS, а также дистанционное прослушивание. Емкость аккумулятора составляет 680 мАч, что гарантирует до 72 часов работы в режиме ожидания. Elaria Kit Phone Fresh – интересная сбалансированная модель в соотношении цена-качество. Имеет богатый выбор различных ярких дизайнов. Экран на 1,3 дюйма имеет разрешение 240 на 240. Это хорошее сочетание, дающее около 260 пикселей на 1 дюйм. Для поддержания режима связи можно использовать сим-карту, но только 2G. Из остальных режимов беспроводной связи можно выделить Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Так как в системе присутствует GPS, то можно обеспечить контроль безопасности ребенка в безопасном периметре, определенном заранее. А присутствие сотовой связи на борту поможет экстренно вызвать на помощь в случае опасности или осуществить аудиомониторинг окружения. Кроме внештатных функций есть и ряд классических – отображение времени, будильник, таймер и голосовые сообщения. JetKit Connect – еще одна весьма доступная модель в этом рейтинге. При этом характеристики и возможности достаточно широки для выполнения своих обязанностей. Внешние часы, хоть и выполнены в строгом стиле, имеют яркие элементы в нескольких вариантах расцветок. То есть обозначение детской аудитории выражено ярко. Дисплей стандартный для такого типа устройств – 1,44 дюйма. Разрешение 128 на 128. Не самое большое, надо признать. Кстати, матрица здесь TFT. Количество встроенной памяти ограничено 128 мегабайт, а оперативной 64. Не самые высокие показатели, надо признать, но для задач этих часов их вполне достаточно. Кроме того, есть GPS, LBS, акселерометр и слот для сим-карты. Благодаря совместной работе всех этих компонентов осуществляется определение местоположения устройства, экстренное оповещение о выходе из безопасной зоны. Емкость аккумулятора составляет 350 мАч, чего должно хватать на 50 часов работы в режиме ожидания. Эта модель – неплохое решение в качестве первых часов для ребенка.
Это была последняя модель в моем рейтинге. Если вас что-то заинтересовало в ролике, то спуститесь в описании к видео. Там есть необходимые ссылки на все смарт-часы. Хочу напомнить, что сейчас самое время подписаться на наш канал «Современные родители». С нами интересно, и нам всегда есть чем поделиться со зрителями. После подписки не забудьте нажать на колокольчик. Он не даст пропустить новые ролики. Ну а поддержать нас можно простым лайком. А свое мнение вы можете выразить в комментариях. На этом все. До новых встреч!